Сейчас мне мама говорила, я забыл. Вытащи белье. Я забыл, только сейчас вспомнил. Сейчас. Стоять приоткрыто, только я не знаю как. Чтобы... Ну ладно, ставлю. Я развесил на балконе. Я, наверное, не буду. Короче, полотенце там, все, полотенце, мое полотенце было все в крови. Она ругалась, что кровь не отмывается моя. Короче, вот что я развесил. Сейчас смотрите сами, вы можете издеваться надо мной, угорать. Вот полотенце, которое все в крови было. Вот. Вот полотенце. Вот полотенце. Да-да, видите, я. Можете угорать надо мной. Вот это, кстати, высохло уже. Поэтому это можно просто сюда. Вроде. Все. Кошка, ты не придешь на около меня. Не надо тебе. Хочет, наверное. Ну, если мама откроет, захочет, наверное, не знаю, лучше не рисковать. Обвинит меня, что я открыл балкон, а кошка. Кошка немножко сумасшедшая у нас. Вода. Пойду, короче, на улицу. Сколько там осталось? Немножко.